Вас вітає програма «Діагональ», і сьогодні до нас в гості завітала миколаївська поетеса Ольга Сквірська. Олю, ми вас вітаємо. Здравствуйте. І дуже раді бачити. Сьогодні Спасибо. Ми будемо говорити про миколаївську поезію і ширше про поезію як таку. От перше питання – чи є в Миколаєві поезія? Якщо є люди, які пишуть вірші, зрозуміло, що є поети і поезія є, а от сам літературний процес, наскільки люди зацікавлені, наскільки можна говорити, що в Миколаєві живе поезія? Да, это очень интересный вопрос, потому что если рассматривать даже отрезок времени, ну, к примеру, 5 лет, за прошедшие 5 лет, то ситуация меняется. Ну, по моим наблюдениям, к сожалению, не в лучшую сторону. Тут, может быть, я выскажу какое-то непопулярное мнение, ну, что делать, это мои наблюдения. Когда я только стала активно принимать участие в литературном процессе, ну, это было после 2010 года, когда вышла моя первая книжка, я стала как-то вот больше выступать, вначале в рамках каких-то общих мероприятий, туда, куда меня приглашали. Потом я стала сама организовывать и продолжала ходить на какие-то литературники, которые делал кто-то, просто читать, просто слушать. То вот могу сказать, что где-то 2012, вот с 2012 года это был активный, действительно, литературный процесс. Были разные литературные тусовки. Были совсем молодые, юные ребята. Это последние классы школы, начало института, вот такой возраст. Была такая группа, ну вот, мои ровесники, люди немножко постарше и еще старше. И вот это были разные литературные группы, которые, в принципе, довольно-таки активно, каждая по-своему функционировали. Ну, а сейчас почему-то я наблюдаю такое явление, не знаю, как это помягче сказать, когда я вот хожу, ищу новые имена, слушаю, вникаю, наблюдаю, и я вижу, что, ну, к сожалению, почему-то на те литературники, на которые я попадаю, там, как вам сказать, молодые авторы очень некритично к себе настроены. Они почему-то вот не могут смириться с тем, что прежде чем, допустим, выносить свою поэзию на широкий загал, как это говорится, нужно над ней поработать, и нужно над собой поработать. А получается так, что это тексты довольно-таки низкого уровня, по сути, набор штампов, клише, которые уже прозвучали 100 миллионов раз, и слушать это неинтересно, и как бы в такой ситуации нахожусь, вроде бы мне как бы и должно быть, наверное, все равно, ну, как я слежу за тем, как я пишу, работаю над этим, а кто-то другой — это кто-то другой. Но в то же время равнодушным оставаться тоже трудно, потому что думаешь, может быть, как-то вот нужно или помочь, что-то подсказать. Ну... Тобто писати менше не стали. Це не означає, що поети взяли і виїхали з України чи з Миколаєва, перемістилися десь, а просто змінилася якість поезії. Я вам скажу так, те вот групи поетичні, о которых я упомянула, которые были вот на протяжении 5 лет существовали. Как вам сказать, мои ровесники заняты семьей, маленькие mm-hmm. дети, они пишут, но все-таки меньше, потому что есть какие-то заботы, хлопоты такие семейные. Не лишается часу або сил на публичность, так, да. Чтобы оприлюднювати це все. Конечно, да. А дивіться, можливо, для молоді тоді треба зробити, я не знаю, чи треба, наскільки є потреба в цьому, наскільки це актуально, зробити майстер-клас, якусь школу юного поета. Чи готові вони будуть навчатися? Чи вони просто не сприймають критику і вважають, що і так все знають? Вот этот интересный вопрос. Конечно, я не могу на него ответить однозначно, готовы ли молодые авторы воспринимать критику. Конечно, критику воспринимать трудно.
Каждый, ну, текст выстрадан, возможно, возможно и нет. Ну вот то, что я наблюдала, это хотя бы для меня показатель, то, что автор выходит и читает с телефона свой стих. Мне кажется, что это немного странно, потому что для начала было бы неплохо этот стих выучить на память. Почему нет? Вот эти же молодые авторы, они ходят или они только себя слушают? Но они ходят, вот, например, послушать Сурова, Аркадия, послушать Олега. Они никогда не выходят с текстами, они всегда читают на память, потому что над текстом работали. Ага. А когда там просто набор там... А если поэт бы вышел и читал с аркуша, ну, классичный раздрукованный аркуш, тому що, ну, наприклад, можливо, це особливість пам'яті, а не неповага до глядачів. Я, наприклад, власні вірші не запам'ятовую. Чужу поезію можу завчити на пам'ять, а власні в мене не тримаються в голові. Може, проблема в цьому? Конечно, я не исключаю этого. Это, может быть, я чересчур категорично так сказала. На самом деле не имеет значения, с листа или с телефона. Да, возможно, и трудно запомнить, возможно. Добре. І, власне, в мене було це заготовлене питання, я хотіла вам його поставити, але воно так природно випливає з першої нашої відповіді. Зараз суцільна мода на верлібри, білі вірші. І я от замислилася, чи це така любов до цієї форми, чи це все ж таки не володіння майстерністю, незнання ремесла як такого, тому що добирати рими важко. Володіти віршовим розміром, всією цією математикою фактично важко. І молодь пише верлібри і вважає, що це новий гатунок поезії. Чи це я прискіпливо надто оцінюю? Ну, як вам сказати, тут моє мнение таке. Хороший верлібр лучше плохого силаботанического текста классического. Поэтому есть авторы, которые владеют вот этим мастерством верлибра не потому, что они могут как-то там запутанно, непонятно написать, а они могут в этом верлибре такую пронзительную мысль высказать или вот так зацепить, что иногда прочел классический стих, ну, и вроде бы понимаешь, да, написано, подобрано все чітко, ну, вообще я розумію, що верлібр – це справжній вірш. Просто коли у поета суцільні верлібри, то закрадається така думка, що а вірші він писати не вміє, ну, класичні, силаботонічні. Я думаю, что, может быть, это в этом тоже, в том, что вы говорите, присутствует рациональное зерно, потому что, в принципе, я, ну, как вот те сильные авторы, которых я читаю, люблю, знаю, они пишут и классические тексты, и верлибры. Поэтому, конечно, если автор только верлибры пишет, ну, все надо смотреть, отталкиваться от текста. Насколько он цепляет, насколько он настоящий, не придуманный, не высосанный из пальца. А вот вы згадали, кто ваши улюбленные поэты, кого вы читаете? Если брать современных украинских авторов, то, конечно, мои кумиры – это Марьяна Кияновская и Юрий Іздрик. Я их обожаю, они очень разные, но они настолько пронзительные, что не прочтешь, просто оторопь берет, насколько вот они мастерски могут достучаться до сердца. Тут с вами не погодитися неможливо, це правда. Скажіть, а чи можна перетворити миколаївського поета на бренд? От Іздрик – це бренд, Жадан – це бренд, Віра Паласкова – це бренд. Вони гастролюють, вони збирають зали, вони заробляють гроші. Чи був би попит такий у Миколаєві в наших реаліях, якби людина стала не просто поетом, особою, яка вміє писати вірші, а ще й публічним персонажем, медійним персонажем, на якого би приходили дивитися і слухати за гроші? Я вам скажу так, что мне кажется, что, конечно, именно чисто в николаевских реалиях это сделать непросто. Точнее, у нас даже и есть авторы, которые в определенном кругу являются брендом. Ну, например, я думаю, даже выходя за рамки литературной тусовки, люди знают Аркадия Сурова. У него есть свой стиль, у него есть свой почерк, очень узнаваемый, внешность, подача. То есть вот чем это не бренд. Другой вопрос, готовы ли николаевцы платить деньги за билет, чтобы прийти и послушать его, ну, платно, заплатить за вход? Я не знаю.
Так це не готові поезію як таку, чи наших регіональних, так би мовити, поетів? А якби приїхав Іздрик, то прийшли би на Іздрика? Чи і на Іздрика би не пішли миколаївці? Ви знаєте, а Іздрик приїжджав, кстати, два года назад. Я була, так. Да, вот. Это был бесплатный вход, свободный вход. Вот именно, у нас, ну, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что у нас все-таки вот это, как это сказать... Оплата за вход на поэтический вечер – это для нас еще ново и непривычно. На музыкальный вечер почему-то да, а на поэтический меньше. Хотя, возможно, я ошибаюсь, потому что вот летом я делала «Спасский трамвай» в театре, и мы, вход был 30 гривен, поставил театр, это как бы, ну, потому что билеты театральные, все. И я думала, что будет 15 человек, а вы купили все билеты, было 100 человек. Поэтому, наверное, может и готовы. Ну вот, это мы о бренде. Розкажіть говорить. Про спаський трамвай. Що це таке? Можливо, хтось не чув і від нас дізнається про це. Спаський трамвай – это літературно-краєвєдческий фестиваль, организованный мною и еще несколькими молодыми авторами в 2015 году. Потом я стала одна его делать, продолжать. На сегодня было уже 6 трамваев. Участвуют в нем николаевские в основном авторы, но были у нас и гости. Из Одессы была Евгения Красноярова, замечательный, кстати говоря, поэт. И из Харькова была Юлия Баткилина. Она пишет и поэзию, и прозу, и по-русски, и по-украински. Вот. Из Николаева это примерно десяток авторов. Тобто збираються слухачі, да. Перед ними виступають поети. Поети, музиканти. І потім відбувається якесь обговорення, чи це просто у форматі концерту, квартирника? Да, это скорее в формате концерта, квартирника. Мы собрались, поэты почитали, музыканты сыграли. Я всегда стараюсь, чтобы это было в каком-то интересном месте, чтобы там было и кофе, чтобы можно было расслабиться, чтобы там было уютно, красиво, стильно. Как бы тоже вот это интересная тема, где у нас читать в Николаеве, где? В библиотеках, да, библиотеки всегда приглашают, часто они стараются, делают, ну, вы же понимаете, библиотека, там надо тихо сидеть, зал, кресло, такой формат несколько, ну, назовем его торжественным. Mm-hmm. Вот, читать в пивной, ну, вот, например, два года Олег Дорош, николаевский поэт, делал, был такой бар «Камчатка» на Галины Петровой и Фрунзе. Делал такие литературники в Камчатке, чтения. Я там участвовала, для меня было непривычно, потому что не каждый автор может читать под звон пивных бокалов, под крик, под шум. Нужно вот, ну, в общем... Концентрация, правда, так. Да. Хотя можно. И вот, а хочется какой-то середины, чтобы это было, ну, арт-кафе. Вот, в Николаеве нет арт-кафе. Рок-хата. Не арт-кафе? Ну, как вам сказать, тоже пивная, по сути. Это, может быть, я слишком грубо как-то изъясняюсь. У нас был вот перекресток, я не знаю, функционирует он сейчас или нет, где слэм проводился на Ватерлинии в 2012 или 2013 году. Это на Московской. Потом вот рок-хата, которая была на на Потемкинской, теперь переехала на Декабристов. То есть, да, но это тоже, это настолько андеграундные места. Дивіться, ми південь, почнеться літо, навіть весна. У нас стільки берегів, у нас стільки прекрасних місцевин, прямо на природі можна збиратися, просто неба і читати, робити фестивалі. Вот ми і делали перший спаський трамвай і четвертий проходив в заброшеному домі отдыха Комунар, бывшим на Спортивной 13, возле води, літня естрада, все там такі романтичні руїни. Сейчас уже чересчур руинистые. Вот, возле реки, правда, еще проводили музыкально-литературный, ну, литература там не пошла, не тот формат, фестиваль «Выще неба» на лагерном поле. Mm-hmm. Вот, тоже было такое, есть. Ну, и поэты просто маленькими компаниями собирались на лагерном поле. Можно, в принципе, можно, делать. Дивіться, я знаю багатьох людей і серед молоді, я працюю з молоддю, яким цікава поезія, які в інтернеті її читають, які на Ютубі слухають записи поетів. Тобто сказати, що у миколаївців немає потреби в поезії, навряд чи можна. Нам бракує організованості, організації, підтримки місцевої влади. Що зробити,
щоб люди збиралися, слухали поезію, і це відбувалися якісь такі івенти, ну, гідні, я не знаю, того, щоб про них говорили на всеукраїнському рівні чи світовому? Ну, я би сказала, що власть точно тут не нужна. Я, например, со своим Спасским трамваем стараюсь держаться от нее подальше, потому что, может быть, зря, но мне почему-то кажется, что как только я вот обращусь за помощью, мне тут же придется называть там при підтримці Миколаївського... Перелік спонсорів. Да-да-да, помощников. Вот. Хотя, кстати, на одном из трамваев у меня было две фирмы, которые немного помогли мне там что-то. Вот. Но это частные лица, так сказать. Вот. Что нужно? Ну, во-первых, действительно, было бы хорошо, что если бы было какое-то место, где можно собраться. Я его ищу просто постоянно. Я же, понимаете, кроме трамвая, я еще делала массу своих, и не только своих, литературных вечеров. И презентацию книги я делала, как такой небольшой концерт. И 4 презентации книги. Давайте звернемося до наших глядачів. Якщо в когось є ідеї, якщо хтось може запропонувати цікаве місце проведення, знайдіть Ольгу Сквірську на Фейсбуку, напишіть їй в приват, і, можливо, якщо буде більше Ольг, більше ініціаторів, людей, які справді вболівають за це діло, і тоді разом гуртом можна щось зробити. Можливо, і наш університет долучиться, і разом зі студентами, з філологами ми можемо зробити якийсь спільний івент. Возможно, да. Діло в тому, що і ми робили вот не только с поэтами, но приходили, вот Света Чебанова, например, была художница, которую многие уже знают. С музыкантами вы весь час. Да. Вот цей формат, коли вірші читають під музику. Як він дійшов до вас? Я розумію, що це не ви його вигадали, тому конечно, що да. практикують багато поетів. Да? Розкажіть про нього, чому він, чому саме так? Я подумала, що начинали ми з того, що на Спасском трамвае я поняла, що, ну що, читать только поезію. А хочется привлечь больше людей. Не все интересуются поэзией, но, может быть, кто-то придет музыку послушать. И тогда у нас выступали, была гитарная музыка и электронная. Вот выступали Сергей Карабута и Александр Балашов. Людям понравилось. Потом еще там вам джаз у нас был. Вам, как поэтові, не заважає музыка? Вам не здається, що від ваших слів, від ваших метафор увага все ж таки трошки переміщується ще й на звук? Гитарный. Есть такой момент. По поводу трудно или нет, долгие репетиции привели к тому, что я привыкла и могу читать под музыку. Отвлекая от текста, да, и такое есть. Но я считаю, что публичное выступление – это все-таки уже нечто другое, чем человек берет и читает с листа. И вот если он захочет меня прочитать, он возьмет мою книгу или зайдет в интернет, стихи есть в интернете, и прочитает сам наедине с собой. А когда я читаю, выхожу на публику, мне уже хочется не просто выйти и прочитать, а сделать это как-то интересно. Зробити вже перформанс. Да, сделать перформанс, бути маленька, конечно. Вистава. Конечно, да, чтобы, ну, люди знали, что они пришли на что-то такое вот. Як відрізнити графоманство від поезії? От уявімо, що ви їдете в ліфт і кажуть, що будь-яку складну сентенцію і думку треба пояснити за 3 поверхи в ліфті 3-річній дитині. От якби 3-річна дитина в ліфті вас запитала, чи відрізняється справжня поезія, хороші вірші від графоманства? От як це можна визначити, на вашу думку? Графоманство не цепляє. Настоящая поэзия, это, кстати, не мои слова, а слова моего наставника в свое время и редактора моей первой книжки Василькова и Буса Михалка Скалицкого. Он говорил, настоящая поэзия заставляет тебя смеяться или плакать, то есть она цепляет. Графоманство не цепляет, это и ты читаешь и чувствуешь себя немного неловко. Це не то. Але тут треба мати смак певний, тому що ми бачимо багато репостів графоманства в інтернеті, і людям подобається, і рими, любов, морков, кров, вновь і так далі. Воно все, ви ж розумієте. Так, да, є таке. Ну, поэтому, якщо так вот сравнивать, наприклад, музику, поезію, звісно, поезія – це більш узка сфера, більш така, я не скажу, вот, як говорять, елітарна, ні, але дійсно, понять ее может быть сложнее, чем другие виды искусства. Тут надо иметь какое-то чутье, может быть. Ну, что делать, такая она.
чи треба виховувати публіку свою? І хто ваша цільова аудиторія? Для кого ви пишете вірші? Ой, воспитывать, конечно. Ну как воспитывать? Не нарочно, а просто, понимаете, есть еще такая вещь, как когда вот человек представляет свои тексты на публику, и ну ты слушаешь, и ты понимаешь, что это ну бред, не бред, но что-то такое. Но подается это как авангард, как что-то такое. Акторская майстерність вже долучається до цього. І акторська майстерність, і как бы виклик. Як же это сказать? Может быть, какие-то абсурдистские практики, вот что-то такое. Я это не приемлю. Я была и на таких даже и фестивалях, когда я сижу. Я не скажу, что я профи прям в этой сфере, но я сижу и понимаю, что это просто одурачивание публики. Это очень неприятное ощущение, когда подается все, как будто это высокая поэзия, высокий класс, не для всех, а ты понимаешь, что это просто, ну, развод. Угу. Употребим такое сленговое слово. Вот. Поэтому что можно с этим сделать? Это есть ничего. Только писать иначе и представлять публике вот... Пропонувати щось справжнє. Да, щось справжнє, правильно. Як для вас вірші? Це сповідь чи це проповідь? Якщо говорити от пафосно, це більше про себе чи це більше для інших? Однозначно, это исповедь. Это о себе, о сокровенном, о том, о чем я не могу сказать никак, как только в стихах. И не потому, что не хочу, а не получается сказать настолько точно и глубоко, чтобы донести все-все, всю суть. А в стихах получается. Хотя пишу я очень редко, но надеюсь, что неплохо. Дякуємо вам за розмову. Ми дуже втішені, що ви до нас прийшли. Я сподіваюся, що у нас з'явиться якась спільний проєкт, співпраця наша триватиме. Спасибо. Дякую.